в бушлате не по размеру и на каблуках. Эта хрупкая блондинка вошла в правоохранительный мир, да так там и осталась. И Яна Кириллова, народный участковый или просто блондинка в законе. Но у вас никаких проблем, ничего нету сейчас? Не шумят граждане, ничего? Да ну нет. Все нормально? Все, слава богу, жалоб пока на соседей нету. Нет, но на родственников поэтому... тоже нету. Не, родственники у нас прекрасны. В микрорайоне Парковой ее знают все хулиганы. Она и соседей буйных успокоит, и грабителя обезвредит. С собой для самообороны только пистолет, которым, кстати, никогда не пользовалась. Главное ее оружие – это банальная внимательность и желание помочь людям. То есть настоящий участковый, он должен быть очень коммуникабельным, потому что люди, которые обращаются, есть такие люди, с которыми не могут разговаривать, его надо разговорить, чтобы он, конечно, до конца рассказал свою жизненную ситуацию. Разговорить и войти в доверие, а порой и просто помочь у народного участкового свой подход к работе, который приносит результат. За год майор Кириллова раскрыла десятки преступлений, выводила на чистую воду грабителей, убийц и аферистов. На нее всегда можно положиться, в любом вопросе даст совет. И очень хороший человек, я считаю, добрый, отзывчивый, что. Народный участковый – это работа круглосуточная. Могут позвонить ночью, вызвать ранним утром. Жалобы и вопросы Яны Кириллова принимают не только лично, но и в соцсетях. Сначала в первое какое-то время дочка все время жаловалась и говорила, что типа, мама, меняй работу, тебя нет постоянно дома. А сейчас уже привыкла и говорит, что ты нужна, говорит, людям. Я вижу, что они тебе всегда звонят, и ты им помогаешь. Юлия Расторгуева, Павел Чернега, ОТВ.